Джона Мью иногда публиковались весьма солидные. Батюшка поначалу помешал себе. Посвятил всю жизнь этому. Просто пытаясь разобраться с челюстями, блядь, людей и зубами. Медицинских изданий, но импакт нет никакого. Аж на сыне и дочери, между экспериментами. Он отказывается от традиционной стоматологии и посвящает себя своей новой науке – ортотропии. А в 2010-х годах к нему присоединяется его сын Майк, который по стопам отца стал ортодонтом. Снежный ком начинает набирать обороты. Все идет хорошо. Люди видят альтернативу брекетам, начинают появляться клиенты. Непонятно только, почему на престижных конференциях стоматологов медицина не появляется. Хотя это сильно бы помогло продвижению техники, если она вдруг. И тут-то остальные доктора чуют неладное и начинают присматриваться к технике, пытаясь найти изъян. Ассоциация американских ортодонтов, если не критикует, то считает, что научных доказательств предположения на старшего нет, либо их недостаточно, положение не придерживаются у британцев. В 80-х Министерство здравоохранения оштрафовало его за якобы ненадлежащее лечение. Он подал апелляцию. И в итоге выиграв, он получил возмещение расходов на адвоката. Это укрепляет его авторитет, особенно среди тех, кто отвергает медицину. Но другие ортодонты не собирались успокаиваться. Появляется все больше статей стоматологов, считающих метод Мью чем-то на уровне анекдота и дискредитирующим стоматологию. Почему? Потому что Джон жестко тянет одеяло на себя и жестко критикует официальную науку, говоря, что ортодонтия на самом деле портит лица, а не исполняет. Ха-ха, сейчас ведь он без брекета не представил. Привет! Ну, на самом деле, Дима! Я нет, не брекет, а я бы хотел добавить. Брекет мог все сказать, но это не подтверждалось исследование. В общем, ясное высказывание не заставили ответочку долго ждать. Британский Генеральный стоматологический совет отзывает лицензию у Джона Мью. Он стал отшельником среди сообщества и потянулся с собой сына Майка. Давай мне рейв, я твою как я напомню, был самым удачным экспериментом. И именно Майк запустил самую главную цепочку в этой истории. Там все любые на столе лежало, видали? Эксперимент. Моя команда. Майк. Запустил самую главную цепочку в этой истории. Остаться на обочине профессиональной сферы с не лучшей репутацией. Но тот факт, что научное сообщество не писало. Почему бесполезного? Он хорош в роли человека. Даже вообще бесполезный. Мало кого остановит, вы сами знаете. Тем более была исключение, когда нужно было подождать. Потому что Эйнштейн не сразу понял. Только Майк Мью решил не рисковать и не ждать, а прибегнуть к старым добрым маркетингу и рекламе. Вы боитесь улыбаться, потому что окружающие путают вашу зубы с деревом от конца. Да ты залил! Боитесь стоматологов и дьявольских бурмашин. Да. Я знаю, что вам поможет. Метод непризнанного гения стоматологии Джона Мью. Записывайтесь к нам в клинику, и от женщин у вас не будет отбоя. Чтобы получить челюсть, способную покорить мир, начните прямо сейчас. Ну ладно, на самом деле он не так эпично все сделал. Просто создал YouTube-канал, где в 2012 году выложил свой первый ролик. Появляются подписчики и фанаты, они начинают делиться результатами. Фотографии было после. Это подкупает. Ты видишь, как люди без хирургии меняют свои внешности. И это байт обратиться к их методам. Купить что-то на сайте и даже приехать с другой стороны на лечение. И тут происходит самое эпохальное событие. Однажды Майк получает электронное письмо с приглашением выступить с докладом на мероприятии, где присутствовали пикаперы, бодибилдеры, борцы за права мужчин и инцелы. Чего? Это что-то типа субкультуры одиноких мужиков, которые очень хотят, но не могут найти себе детей, возможно, и собой. Потому что скелет все еще развивается. А когда тебя бейцы, то проблемы справят либо пластика, либо могилы. Эх, блядь, вот у меня тут погибло. На их форум? Не, ну если про брекеты говорить, там она о том, что вы сможете все исправить. Но если про мини-мини, то как бы да, наверное, все это не сложно себе. Вот это упражнение делать. Только навредить себе. Очевидно, это выливается в жилую мистику, мизантропию, расизм, отвращение к себе и окружающим. И все, а Сигма, почитание Патрика Бейтмана, это все примерно туда, кстати. Там Майк понимает, что это хорошая аудитория. Им нужна привлекательность для женщин, и он дает ее. Тем более, он вокруг абстрактной красоты сделал целый культ. Уверяю себя на сайте.
знаете, что непривлекательные люди с большей вероятностью станут преступниками. Пойди на! 4 из 5 женщин с этой шейбальной совших агрессивные преступления были оценены как непривлекательные. Преступники, чей внешний вид ухудшился с помощью лицевой хирургии, с меньшей вероятностью вернуться в тюрьму. О, нет, у нас тут ламброза. Я преступник, нет. Возможно, антропологическая криминология упокоена. Сложный момент. Типа по лицу определяют преступников. Ой, забейте. Дальше в 2014 году на одном из форумов инцелов кто-то, не будем тыкать пальцем, под ником Ортодонт размещает выступление Майкинга. Опять же, кто же это мог быть? Но на его канале почему-то появляются видео с ответами на вопросы как раз инцел. Спасибо тебе за большой интерес со стороны моего форума, в частности форума, на который я отвечаю здесь, под названием «Ненависть к шлюхам». И это, как покажет время, сыграет роль на руку. Далее его исключают из британского ортодонтического общества. Меня исключили из британского ортодонтического общества. В целом, неудивительно, если честно, к моему официальному беседе относился. Но поддержка пришла откуда вообще не знаю. От бодибилдера и шведского блогера ультраправых взглядов Маркуса Фольма, который в своем видео призвал свои 100 тысяч подписчиков распространять технику мувинга в интернете. Ну что еще забавнее, швед представил ситуацию с Майком Ю как заговор официальной медицины.